Сейчас необходимо будет сменить цвет нити. Для того, чтобы сделать это аккуратно, без ступеньки, используем способ как бы незаметного завершения ряда. Вязание завершаем каким образом? То есть мы провязали последнюю петельку, вытягиваем нить, отрезаем. Не вяжем никаких соединительных столбиков. Вытянули нить, и сейчас будем завершать вязание без ступеньки. Каким образом? Мы пропускаем один столбик без накида. Вот один столбик без накида. Пропускаем, в него ничего не делаем. Вставляем крючок в за обе стенки петель следующей петли. Захватываем вот этот наш хвостик нити, протягиваем его. Повторюсь, тут одна петелька была пропущена. Далее вводим крючок в то место, где у нас вышел вот этот хвостик, вот в раскол петли, вот тут вот. Захватываем наш хвостик и туда утягиваем нить. Получается, мы сымитировали вот тут вот одно звено нашей косички, которая идет по верху. Ну, то есть, как бы сымитировали петельку, вот она. Но она сейчас у нас не крепкая, если потянуть, она будет растягиваться. Для того, чтобы она была крепкой, мы ее как бы делаем нужного размера, подтягиваем. И закрепим этот наш хвостик. Мы сначала его несколько раз вот пропустим туда-обратно под петельками, под стенками петель. А потом изнутри провяжем соединительный столбик за какую-то из ножек петель, оказавшихся рядом и за которые можно зацепить. Все, подтягиваем ниточку, мы закрепили. Вот такое вот, видите, без ступеньки незаметное завершение ряда получилось. Теперь нам необходимо вводить нашу новую нить. Нить цвета самой нашей игрушки, голубую. Вот она. И вязать надо будет за заднюю стенку. Мы сейчас произведем сдвиг маркера начала ряда, чтобы он оказался у нас ровно посередине нашей спинки. Сейчас он, как вы видите, чуть-чуть сбоку. То есть вот тут это должно проходить. Мы можем уже сейчас вынуть все, чтобы как не мешалось. Здесь нам уже эти маркеры не нужны. И вот так вот проведем, сымитируем ось симметрии нашей игрушки в данный момент. Вот. Сделали. И ищем петельку, которая оказалась правее этой оси симметрии, и за ее заднюю стенку вставляем крючок и провязываем соединительную петельку нашим голубым цветом, голубой пряжи. Все. Это мы просто пока присоединили ряд, у нас еще не начался. Ряд начинается после ниточки, после маркерной нити. И вот эта первая петелька после нее, это будет начало ряда. И мы начинаем вязать 36 столбиков без накида за заднюю стенку. 1, 2, 3, 4, 5. Вот мы довязали до конца ряда. 36-я петля провязывается туда, где мы присоединяли как раз петельку. Вот с помощью соединительной петли. И у нас получается вот такой достаточно аккуратный, ровненький переход цвета, видите, без ступеньки. И продолжаем вязание, перекидываем маркерную нить и продолжаем вязание. Теперь всегда следим, чтобы маркер начала ряда был по центру спины.